Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича, и мы с вами продолжаем играть игру под названием «Дожить до рассвета». А кто доживет, это зависит от нас, и доживем ли мы вообще. Блин, вот где мы оказались? Кажется, в каком-то доме. Это что такое? Эшли. Кусок оторванный. Хотя мы оказались-то с вами, наверное, все-таки в этом доме мы и оказались. Давайте пройдемся. Я не знаю, если честно, куда идти. Так, чувак, а ты что, идти не хочешь сюда? Да нет, ты хочешь сюда идти. Нож, нож. Нам нужен какой-нибудь с вами нож. Какое-нибудь оружие. Почему он об этом не подумал? Он же, блядь, должен понимать, что ему так просто с ним не справиться. Так, тут-то что, тут не пройти. Так, выходим. Какого хрена? Твою мать, а? Сука, опять скримеры начались. Так, мы пока туда с вами не идем, мы идем сюда. Смотрим все здесь. Это библиотека, кстати, похоже, где мы гадали с вами. Или нет? Хрен поймешь. Но тут ничего однозначно больше нету. Поэтому мы направляемся в эти двери. Охренеть, блядь. Кровище. Почему он нас сами не убил? Нет. Фак. Ах. Так, мы не боимся, мы не боимся. Дверь открыта. Эш! Я вообще бы, если честно, бы слинял бы нахрен бы отсюда. Не стал бы ничего бы выяснять. А пошел бы канатной дороги к этой бы. И, наверное, фуникулер или как его там называют. Свалил бы нахрен. Ее где-то нету. Так, тут тоже тупик. Окей. Нас он почему-то не тронул. Где-то тотемы. Не тотемы давно, кстати, уже не находили. Я не удивлюсь, если нам сейчас какие-нибудь звери тут попадутся на пути. Эшли! След, след. Есть там кто? Эшли? Так, этими воронами меня, сука, не запугаешь. Куда тут идти-то? Сюда можно идти. Можно идти к хижине. Давайте сюда сходим. Это что такое? Твою мать, я не испугался. Что за рожа, блядь? Давай посмотрим. Кто это сделал? Охренеть можно. Чучело, блядь. Сука, ты посмотри, а. Слушай, не нас... Она смотрит на нас. Блюдки, сука. Это что такое? Свинячья башка. Свиная голова. Найдена улика. Может, тут еще что-нибудь интересное есть? Да нет, вроде ничего такого больше нету. Так, и это... Очередной тотем. Интересно его посмотреть. Тотем смерти. Кого-то, кстати, за голову схватили там. Так, мы, видимо, еще какие-то пропустили. Возможно, гибель нашего человека. Охренеть. В смысле, это мы можем Крисом отъехать?
Если мы будем в каком-то здании, надо быть аккуратнее. Вполне возможно, что будут какие-то quick time ивенты, да? Ну, то есть нажатие кнопочек. И там надо будет что-нибудь такое нажать, чтобы не умереть. Ладно, пошлите сюда. Там тупик. Ну, сейчас будет очередной скример. Эшли? Как я считаю. Так. Сами нас уже не напугать. Эшли, Эшли нету. Эшли уже, похоже, хана. Если он утащил куда-то, блядь. Так, можно сюда идти. Тут какие-то развилки начинаются. Мне это тоже не особо нравится. Так, или нет? Нет, тут не пройти. Я не пойму, что там на снегу? След какой-то, что ли, от крови? Эш! Это что такое, след крови или нет? Мне кажется, что да, это какой-то след крови. Эш! Эш! Ну, сейчас, сука, очередное пугало выскочит. Какие-то тряпки болтаются. Хижина. Эш? Какой-то дом. Кстати, это случайно нет? Нет, это не хижина. Вот мы сами выходим к этой ферме, где по тотему, как мне кажется, нас должны с вами схватить за башку. Так, где? А, тотема нету, да, значит? Так, портрет близняшек Вашингтон. Похоже, эта фотография была сделана за несколько месяцев до их исчезновения. Старая маска. Старый шахтерский противогаз. Внутри есть имя. Он принадлежит шахтеру по имени Билли Бейтс. Хм, как интересно. Карта опасности шахты. Карта, на которой инженер отметил конструктивные дефекты, похоже, владельцы шахты знали о риске обрушения. Ладно, наша с вами задача сейчас основная, это вот здесь не подохнуть. Чтобы нас с вами за голову не схватили. Я не хочу сюда заходить. Если бы можно было бы обойти бы, я бы лучше бы это бы все бы дело бы обошел. Так, сюда. Да нахрен обойти все это хозяйство. Что-то лежит. Очередной тотем. Твою ж ты мать, а. Охренеть. Утрата. Возможно, утрата друга. Не могу понять, кто это. А, это похоже, Эшли есть. Это ее голова. Что значит, возможно? Может быть, мы даже сможем и спасти кого-нибудь. Ладно, посмотрим. Наша цель — это выжить. Основная цель — выжить. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для нашего спасения. На улице уже светает, как мне кажется. Охренеть можно. Бля. Эшли! Она в клетке, что ли, сидит? Крис! Эш, я здесь! Где ты? Я не знаю! Все нормально? Блин, что я там бы случилось? Кирпичей бы Крис, отложил бы. Помоги мне! Я иду, Эш, ты все время говори со мной! Что произошло? Крис, он связал меня! Я связан! Эш! Ах ты, вот сучка! Зараза! Блюдки! Ладно, смотрим, смотрим. Вон, нам надо с вами сюда идти. Охренеть. Крис, ты здесь? Привет. И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня
Мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Охренеть. Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Да вы что, охренели, что ли, а? Выйди сюда, отсюда! Пожалуйста, меня отсюда, прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. А я не буду. А, она поедет, вон она чё. Пожалуйста, этого не черт, быть. Черт, нет! О, боже, я не верю! Так, 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 ладно, все будет нормально. Так, может быть, можно как-то бежать? Погоди, остановись, подумай! Крис, я не хочу умирать! Погодите, я что-то не соображу. А? Спасти Джоша, спасти Эшли. Я спасаю Джоша. Эшли! Прости меня. Крис, пожалуйста! Господи! Это же бред! Идиотизм! Не но должен же быть способ! Быть. Крис, скажи мне, что это неправда! Нет! Нет! Крис! Ты решил спасти! О, нет! Это ошибка, я не хотел! Нет, нет, прости нет. Прости меня! Я правда этого не хотел! Я-то думал, прости, мы друзья! Прости, прости! Твою мать, я не это хотел сделать! Нет! Нет! Остановись! Нет, хватит! Так что я могу сделать? Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло? Охренеть! Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Я не то нажал, блядь. Я сейчас, Эшли, я сейчас тебя освобожу. Тише. Да кто тебе даст это сделать? Нет. Надо уходить отсюда. Охренеть. Фу, блядь, какая мерзость. Мы уходим, слышишь? Это уже мясо, это жесть, это мясо. Крис? Эшли! Кровь? Кровь? Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош, что, Джош? Эй! Он погиб! Стоп, прямо что? У нас на глазах! Ты там, что несешь-то? Там маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что там случилось? Там маньяк с пилой! Либо Джош, либо Эш! Я не знаю, что как делать. Они подкололи? Я думал, тут надо выбирать в зависимости, кого ты хочешь убить. Все кишки наружу! Что? А получилось наоборот. О боже, Крис, ты что? Я убил его! Стой, я Крис! Я убил его! Это я виноват! Нет. Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам. Давайте успокоимся. Ладно? Надо звать на помощь. Быстро. Не знаю. Эм, нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а сыр неизвестно где. Она должна быть в доме. Ладно, ты прав. Собери всех. Но если тут рыщет маньяк, так, ну, по-видимому, мы сейчас сами за Сэм будем играть. А не сидеть и ждать. Ну как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Так, минус двое у нас уже есть. Джош. Так, ну и не помню подружку Майка. Охренеть, блядь. Установка накаляется, правда? Все идет так, как тебе бы хотелось. Ублюдок. Да не хотелось мне так, не хотелось. Все как хотелось. Так. Да нет, нет. Все ответят нет. Я не хотел Джошу убивать, ваша мать. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Что вам нужно? Я же хочу помочь.
А это твоя игра. Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. По твоей игре тебя никак не назовешь честным человеком. Да пошел ты нахрен. Таким образом развлекаться. А скажу да. Да, ублюдок, тебе назло. Ты хоть веришь, что я тут есть? Да, я верю в это. А, ну конечно, вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла. Ублюдок. Да, я так и отвечу, что нет. Ух, потеряли, а? Что за фигня? Блин, Джош, это прости, я не хотел. Угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Стив, остановитесь! Джессика! Господи! Господи! Черт! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Вот она, сука, это психлечебница, дорогие друзья. Пятая часть. Ужас. 6 часов до рассвета. А мы играем с вами за Майка. Это прикольно, короче. Майк, мне, блин, мне определенно нравится Майк как персонаж. Он должен этого ублюдка поймать. Совсем плохо. Слушай, да не то слово. Блять, тут волки. Охренеть. Жесть. И чё? Как нам туда попасть? Почему-то волки его не боятся. А ты хоть, блядь, фонарь потуши. Блин, мне нравится Мак, определенно. Он не боится, кстати. Обратно уже точно не пролезьте. Так, и нам придется играть за него. Ладно, хорошо. От волков, мне кажется, придется убегать. Нету тут какого-нибудь, допустим, такого пути, как это можно, чтобы было их обойти. Нет пути, я хочу их обойти. Да нет, тут такого нету. Сука, волки воют. Если мы заднимемся, как такой вариант, что нас с вами могут убить? Или все-таки мы можем выжить? Так, давайте еще вот тут осмотримся. Нет, а тут везде тупик. Залазить нахрен этот фонтан сраный от волков. Почему бы и нет? Так, тут тупик. У нас нет даже элементарного какого-нибудь, не знаю, ножа, чтобы как-то разделаться. Может, какую-нибудь палку бы подобрал бы. Сука, чё воет, а? Ублюдки. Отлично. Condemned. Да, почему бы мне не оказаться в самом жутком месте на земле? Под снос. Проживание в этом здании и любое его использование запрещено по закону. Дата 12 июня 1954 года. Охренеть, как это давно было. Еще вот в те годы должны были снести. Пошло-то 50 лет.
Так, тут можно потуда, что ли, пройти посюда? Тут, наверное, дверь будет закрыта, как вы думаете? А не... Если честно, заходить в нее как-то даже неохота. Блять, она открыта. Вполне возможно, что надо было нам все-таки идти туда. Зря мы посюда пошли. Так, нас, блядь, псины сейчас сожрут. Ты чё, охренел? Собак, сука, кормит. Закрывай, закрывай, сейчас увидит нас с тобой. Не понял. Шторку закрой. Дверь закрыта. Локт. Блин, так, надо нам что-то с вами думать. Блядь, как бы эти псины бы не пришли бы, а? А так, что здесь есть? Тут-то мы же не сможем залезть. Если подумать. Да, он подходит, но... Смотрите, появляется... Кнопочка. Кнопочку можно. Кнопочка не нажимается, потому что слишком высоко. О, я хочу попробовать все-таки вернуться на улицу, если возможно это. И попробовать через подвал зайти. Охренеть можно. Что такое? Какая-то бумага. Служебная записка, дата. Их всех просто выгнали. Дата 4 января 52 года. Персонал учебницы от мистера Руша. Тема: спасение шахтеров. Операция по спасению шахтеров должна завершиться завтра, 5 января. Поскольку число выживших неизвестно, подготовьте все койки в отделении А. Завтра сюда прибудет пресса, она должна увидеть, что мы окружили шахтеров, окружили шахтеров максимальной заботой и уходом. Не забывайте, что представителям прессы запрещен вход в психиатрическое отделение. Невыполнение этих указаний плохо отразится на репутации как мистера Брега, так и всей лечебницы. Так что за подобным проступком последует немедленное увольнение. Так, видимо, шахтерок. Так, ну-ка давай-ка выйди, чувачок. Бегать тут нельзя, господа. Мы только можем с вами ходить. То хочу попробовать вот эту штуку. Вполне возможно, что тут какой-то есть ход. Ну. Да, совершенно верно. Тихонечко, Майк. Вся надежда на тебя, только на тебя. Он не боится, это уже здорово. А тут, блядь, псины такие. Даже не псины, это волки. Которых нужно как-то опасаться. Так, тут что-то лежит. Бочка. И чё? Куда двигаем? И нахрена двигаем? Можем залезть и сами на второй этаж. Прикольно. Только мы сами ничего не посмотрели. А обратно можем слезть? Я хочу еще что-нибудь посмотреть. Нет, обратно мы уже видите, как если мы какое-то действие совершили, обратно уже нам сами тут не получится. Как-то вернуть, ну и что-то изменить. Так, это что такое?
Что-то лежит. Какой-то рубильник, что ли? Ну что, нажимаем? Вернее, даже не нажимаем, а полезем. Я думал, тут надо что-то нажать. О, другое дело. А мы чё, где вылезли-то? А вы чё, издеваетесь? В этом же доме, в этом же месте вылезли. Псю, охренеть можно. Какого хрена мы туда ходили? Лечебница Blackwood Pines, открыта в 1922 году. В здоровом теле здоровый дух. Через 30 лет ее уже сделали под снос. Администратором. Служебному персоналу, так скажем. Охренеть можно. Блять, волки где-то ходят. Это что такое? Фотоаппарат? Разбитая камера. Это у нас с вами какая-то очередная улика. Ладно, хорошо. Тут можно много вещей, конечно, пропустить. Да тут все и не найдешь. Блять, ну мы явно вот нахрена мы сюда премся, а? Тут же придется от этих волков, блядь, бегать. Как угорелым. Еще одна газета. Загадка Блэквудской горы. На горе Блэквуд совершено нападение на репортера. Blackwood Pines, Альберта. Вчера репортер издания Альберта Пост был госпитализирован в результате нападения, совершенного сотрудником службы охраны лечебницы Блэквуд. Старший корреспондент Чак Бернштейн хотел провести интервью с шахтерами, спасенными в минувший вторник. Они больше трех недель провели под землей после того, как в декабре обрушилась шахта северо-западной горнодобывающей компании. И теперь эти людям, страдающим от истощения шока, оказывают помощь лечебнице Блэквуд. Джефферсон Брэк, единоличный владелец северо-западной горнодобывающей компании и лечебницы Блэквуд, сообщил Пост, что он сожалеет об инциденте и что по данному факту будет проведена служебная проверка, а также заявил, что Бернштейн находится на территории лечебницы без разрешения. Предварительным данным Бернштейн возмутился тем, что у него конфисковали камеру, началась перепалка, а затем драка. Тут что-то явно скрывали, дорогие друзья. Ой, все это нечистым пахнет, а. Ладно, пошлите дальше. Так вот нахрена мы прямо впасть волкам без единого оружия? Мне вот это непонятно. Блять, крыса, сука, не пугай меня. Еще одна записочка. Медицинские записи. Один из них пытался меня укусить. Я сообщу об этом доктору Боуну. 6 января 1952 года. Отчет номер 48. Протокол медицинского освидетельствования шахтеров. Врач доктор Боуэн. Медицинское заключение. Отчет о состоянии 12 шахтеров, попавших в завал при обрушении шахты в Blackwood Pines и впоследствии спасенных. Состояние при поступлении. Когда в медицинский блок лечебницы поступили 12 пациентов, мы ожидали увидеть людей в состоянии крайнего истощения, страдающих от голода и помутнения сознания. К сожалению, шахтеры оказались относительно здоровыми. Это можно объяснить тем, что они обнаружили в шахте запасы еды. У нескольких пожилых пациентов было диагностировано затруднение дыхания, как и ожидалось, а также симптомы пневмонии. Что касается психологического аспекта, после 22-дневного заточения под землей некоторые из них испытывают трудности с реинтеграцией в общество. Хотя физическое состояние пациентов оказалось лучше, чем мы ожидали. Пребывание в шахте, несомненно, сказалось на этих людях.
курс лечения. Вследствие нестабильного состояния некоторых из пациентов мы приняли решение закрыть крыло А. При первой возможности будет проведено психологическое обследование. Пациентам с респираторными проблемами проведена бронхоскопия и прописан курс стрептомицина. Остальных мы просто держим по 24-часовым наблюдениям. Подпись: доктор Николас Генри Фаулис Бауэн. Я надеюсь, не быстро читая, вы понимаете суть. В принципе, все понятно. Видите, как все оказалось плохо. Все хотели, чтобы так, чтобы шахтеры были в таком плохом состоянии, оказалось наоборот. Нахрен мы сюда идем, блять. Был бы он бы один, вопросов не было. Тут, блять, стая волков, которая хочет нас сожрать. Воюешь налево. Так, все подходит к тому, чтобы открыть дверку. Это что такое, нож? Это что такое? Тесак. Блять, бери его быстрее. Отлично. Просто прекрасно, блять. Будем с волками сейчас биться, я отвечаю. Тесак — это просто супер, дорогие друзья. Так, тут что такое? Открываем. Все глазки зажмурили. Обалдеть. Смирительное кресло. А здесь что случилось? Блядь, а тут кого-то убили, что тут случилось? Так, нам главное выжить, дорогие друзья. Нам главное выжить. Охренеть можно. Так, тут кровати, психушки. Блять, все сделано для того, чтобы понять. Чуваки, мы играем с вами в фильме ужасов. Тут есть психушка, тут есть, я не знаю... Заброшенные лечебницы, блин, есть это? Дома всякие. Как же? Сколько дней нас будут здесь держать? Кто в своем уме? How many days? Как много дней нас будут удержать? Я не знаю. Так. О, фак. Твою мать, а? Угу. Волчара где-то рядом. Кстати, это тут проход или нет? Или это... А, сука, это проход. Ты смотри. Может быть, тут как-то обойти с этой стороны? Да, тут что-то лежит на столе. Записка. Ответь незамедлительно. Репортеров и всех прочих, кто будет лезть с вопросами, не пускать ни в коем случае. Вестерн Провинс. Прятать от журналистов этот райский уголок. Новости. В лечебницу прибыли 12 выживших. Симптом психической травмы, может понадобиться изоляция. Местная пресса почуяла запах крови. У нас начинаются проблемы, жду распоряжений. Да, ну это понятно, что тут сразу скрывать это. Уже не один раз нам это с вами говорили. С волками, я думаю, мы с вами будем биться в квик-тайм-эвентах. Поэтому мы должны, сука, их победить. Я считаю. Отрубим им, сука, бошки, блядь. Так, сейчас будет, наверное, скример. Блять, крыса, сука.
Это кресло, да, кресло мы сами смотрели. Если бы мы сами в том случае бы пропустили бы, мы смотрели бы тут. Чё? Чё это, блядь, значит? Охренеть можно. Воу, воу. Он их что, этим кормил? Твою мать, сука. А вот и пальчики. Помните, мы с вами тотем находили? Отрубай, блядь. Пальцы отрубай. Отрубай, сука, я говорю. Майк, давай, давай, давай. Отрезать, отрезать. Черт. Давай. Давай, 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 давай. О, черт, о, черт, о, черт, о, черт. Делай, делай, делай. Как Heavy Rain. Мы это сделаем. Пальцем все равно. Жесть. Так. Вышел месяц из тумана. Два пальца. Ножек из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно тебя галить. И хер знает, куда выходить. Дорогие друзья, давайте на этом я предлагаю завершить прохождение этой части. Я надеюсь, вам понравилось. Вообще просто голову сносит от всего происходящего. Мне это достаточно нравится. Так, чувака уже все, лицо стало потерянным. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ну и ставьте палец вверх по поводу прохождения игры. Вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрите. Ну и с вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.